This Всем добрый день. Начинаем наш вебинар сегодня. Ставьте плюсики, если слышно. Проверим звук для начала. Так, все, я вижу, все слышно, все видно. Давайте начнем тогда. Наш сегодняшний вебинар посвящен блокчейну, посвящен криптоэкономике и ее инвестиционным инструментам. Вы, многие из вас сейчас следят за тем, что происходит в мире криптовалют, многие интересуются, и очевидно, что достаточно большой интерес вызывает, что сейчас происходит с биткоином, что происходит с другими криптовалютами, куда это все идет, куда это может прийти. Движение биткоина до 40 тысяч долларов вызвало тоже достаточно большой ажиотаж. Давайте сегодня с вами попробуем разобраться, что происходит на крипторынке. Попробуем посмотреть, какие есть инвестиционные инструменты существующие, с чем можно работать, с чем можно иметь дело. Сразу скажу, этот вебинар посвящен, так сказать, преддверию нашего курса по блокчейну, который проводится в рамках получения квалификации Certified Blockchain Professional. Она предоставляется международной организацией IB Council, которые имеют достаточно большой опыт в аттестации сотрудников в разных областях. Вот. И данный тренинг он будет проходить буквально через неделю, и через две недели вторая его часть. Он будет проходить на выходных. Давайте тогда начнем. Начнем немного с крипторынка. Хочу вам показать, что сейчас представляет из себя крипторынок по сравнению с глобальным рынком инвестиционных инструментов. Вот как вы видите на этом слайде, несмотря на то, что сегодня крипторынок достигает оценки уже практически в 1 триллион долларов, и он ее превосходил даже за последние дни, для сравнения скажу, что буквально несколько месяцев назад, мы эти тренинги проводим достаточно регулярно, а еще даже несколько месяцев назад общая капитализация крипторынка была на уровне 300 миллиардов, в три раза меньше. И он составлял примерно 1/1000 от общего рынка глобальных инвестиционных инструментов. Сейчас крипторынок составляет примерно 1/400 от этих инструментов.
И вы можете посмотреть, какие существуют основные активы сейчас, где распределен капитал глобально в инвестициях. Первое, что вы видите, самый большой такой круг, это евробонды. Немножко расскажу, что такое евробонды. Это еврооблигации. Это инструмент, который появился. Ну, кстати, интересно, из истории сразу несколько слов. Вы, возможно, слышали такую вещь, как евродоллары. И интересно, что слово евродоллары связано с Советским Союзом. В свое время, когда после Второй мировой войны Советский Союз очень опасался хранить долларовые депозиты в Америке ввиду растущей напряженности, он решил переместить их в Европу. И тогда появилось такое понятие, как евродоллары. Это крупные долларовые депозиты, которые хранятся в Европе. Примерно такое же происхождение имеет слово евробонды. На самом деле евробонды — это обычные облигации любых коммерческих либо государственных институтов, которые выражены не в их национальной валюте. Ввиду того, что доллар является валютой всего лишь одной стороны официальной, поэтому все займы, которые выпускают, в том числе и российские большие киты, они выпускаются в долларах, и это являются еврооблигации. Это один из самых таких крупных, популярных инвестиционных инструментов на сейчас. Следующий после него по популярности, по размеру, это, разумеется, акции, рынок акций. Многие из вас знакомы с Нью-Йоркской фондовой биржей, с работой МВБ. Кто-то, возможно, торговал, либо держит какие-то инструменты там. Поэтому, думаю, имеете определенное представление об этом. Третьим является недвижимость. Четвертым является фиатный рынок. Немножко расскажу про термин. Фиатные инструменты — это те инструменты, которые выражены в обычной валюте, не в криптовалюте, не в каких-либо синтетических инструментах, в обычной валюте. Стоит всегда различать тем, кто только подходит к сфере блокчейна, следует всегда отличать, что есть фиатные инструменты, есть криптоинструменты. Между ними достаточно большая такая красная линия, вы будете часто слышать этот термин. Следующим является золото. Как известно, оно хранится в большом количестве центральных банков различных стран в качестве такого стабилизирующего инструмента. И на данный момент криптоактивы составляют буквально 1/400 от всего количества глобальных инвестиций. Разумеется, если развитие крипторынка будет продолжаться такими же высокими темпами, можно ожидать, что его доля будет увеличиваться, и, возможно, он придет уже к каким-то процентным показателям достаточно скоро: 1%, 2%, 3% от глобальных инвестиционных инструментов. Посмотрите на график, вот, который здесь справа от него есть. Справа от него есть визуализация такая, какой процент сейчас занимает биткоин и какой процент занимает эфир и другие инструменты. Посмотрите внимательно. Сейчас биткоин, он занимает там примерно чуть меньше половины. После него правая такая тонкая линия, не очень хорошо видно на слайде, но на самом деле это различные форки биткоина. Это биткоин СВ, так называемый Satoshi Vision, и биткоин кэш, который достаточно популярен. Смысл их появления, вот особенно биткоин кэш, заключается в том, что он гораздо быстрее работает, чем сам биткоин. То есть для того, чтобы провести транзакцию с биткоином, необходимы подтверждения, которые занимают до 30-40 минут. С биткоин кэшем все гораздо быстрее. Следующий такой крупный инструмент — это Ethereum, который появился ввиду того, что в свое время, когда начался только развиваться биткоин, был первый, второй год развития биткоина. Виталик Бутерин, всем сейчас уже хорошо известный, тогда был просто начинающий криптоэнтузиаст. Он очень много ездил по разным мероприятиям, связанным с блокчейном, и всем предлагал одну и ту же идею. Он говорил: давайте сделаем биткоин более функциональным. Сейчас биткоин — это просто передача ценности. Он не несет, и он таким и остался по сегодняшний день.
биткоин не несет никакой функции, кроме как инвестиции, передачи ценностей. Виталик Бутерин в свое время предлагал изменить биткоин таким образом, чтобы в биткоине появились дополнительные полезные функции. Все комьюнити, которое тогда с этим было связано, очень консервативно отнеслось и не нашло это поддержки. И тогда он сказал, я сделаю тогда свою криптовалюту и, собственно говоря, выпустил Ethereum, который стал очень популярным, и популярность его связана с тем, что это была первая криптовалюта, где реализовались смарт-контракты. То есть сам по себе Ethereum он добавил достаточно большую такую почву именно для развития функциональной части блокчейна, для развития взаимоотношений на основании блокчейна, для того, чтобы можно было взять какие-то на себя обязательства, и у тебя был четко прописанный алгоритм их выполнения и тех или иных сценариев в случае их невыполнения. Ярким примером служит большое количество криптопроектов, которые фактически привлекают на рынке деньги для того, чтобы развить тот или иной продукт, который они каким-то образом концептуализировали. Часто получается так, что идея не заходит и собирает мало капитала для того, чтобы ее реализовать. Так вот, в смарт-контрактах прописано, что если идея не собрала суммы X, то деньги автоматически уходят на кошельки инвесторов. И другие различные есть функции смарт-контрактов, мы на них будем подробнее останавливаться во время самого тренинга и, так сказать, пройдем по их функционалу. Также появились достаточно много различных криптовалют, которые кто-то из вас больше или меньше знаком. Вот сейчас, в принципе, уже больше тысячи криптовалют, которые более или менее имеют какую-то историю торгов. Хочу обратить ваше внимание на вот этот небольшой график, который изображен внизу слайда в углу. И это график, который позволяет понять, почему вообще есть интерес к криптовалютам. Почему люди не довольствуются тем, что есть еврооблигации, есть акции, есть рынок недвижимости, другие инструменты. Давайте я вам объясню, вне зависимости от вашего уровня финансовой подготовки, здесь все очень просто. Здесь две шкалы. Одна из них Mu, вторая Sigma. Mu – это вот вверх восходящая шкала, она означает доходность. Вправо идущая шкала Sigma, она означает риск. Так вот, дело в том, что есть определенный баланс на рынке, который называется бета-доходностью. Когда, допустим, на определенные свои вложения вы можете получить столько-то долларов, либо евро, либо рублей, принимая такого-то размера риск. И основная масса инвестиционных фондов, синтетических инструментов, новых инновационных инструментов, они ищут возможность, чтобы сделать так, чтобы появлялась некоторая альфа-доходность, чтобы можно было иметь меньшее количество риска на ту же доходность. Давайте сейчас посмотрим на то, как развиваются инструменты, куда это все идет. И я хочу сегодня с вами поговорить не просто про криптоинструменты, которые многие из вас видят на CoinMarketCap, либо на каких-то биржах и с ними знакомы. Я хочу с вами поговорить о том, какие появляются гибридные инструменты, где крипто составляет одну часть, и они комбинируются с другими финансовыми инструментами. Первое – это использование крипты и евробондов, еврооблигаций. Каким образом это работает? Есть так называемый underlying asset. Underlying asset – это базовый актив. А те, кто уже занимался инвестированием ранее, либо были клиентами премиум, private banking, с этим имели определенное касание, потому что на российском рынке структурные инструменты, структурные ноты, они достаточно широко уже представлены в определенном сегменте инвестбизнеса. Давайте расскажу для всех, кто больше или меньше с этим имел дело. Дело в том, что для того, чтобы обеспечить некоторую защиту своего капитала, необходимо использовать комбинирование инструментов.
Вот вы знаете, когда небольшие инвестиции и сумма тривиальная для вас, вы можете об этом не задумываться, но на самом деле при работе с большими деньгами, либо просто со значимыми для вас деньгами, все сильно меняется. Есть таких два нобелевских лауреата, одного зовут Канман, второго зовут Тверский. А в свое время они получили Нобелевскую премию за очень простое суждение. Они сказали, что вообще, когда речь идет о том, что возникает выбор даже 50 на 50 с вероятностью выигрыша или проигрыша в каком-то инвестиционном процессе, то у человека возникает такое, срабатывает такое качество, как риск или ambiguity aversion, то есть это боязнь риска, боязнь двусмысленности. И в том случае, когда машина примет решение пополам на пополам, человек из-за боязни риска это решение отклонит. За это они получили Нобелевскую премию. И на самом деле большое количество было потом тестов, различных экспериментов, и когда проводятся эксперименты с большими деньгами, при вероятности пополам на пополам человек предпочитает не рисковать, для машины это все равно. А почему это говорю? Здесь необходимо понимать, что есть некоторая функция такая, как защита капитала. Она является базовой функцией в основной массе хорошо продуманных инвестиционных инструментов. Как это работает? 90% инвестиций вкладывается в еврооблигации, либо 95% даже процентов вкладывается в еврооблигации. Еврооблигации имеют различную доходность в зависимости от того, это какие-то успешные компании, очень устоявшиеся компании, крупные правительства, где доходность минимальная 2-3-4%. До очень крупной доходности, когда речь идет о Латинской Америке, когда речь идет о каких-то высокорискованных компаниях, где доходность может достигать 30-40%. Когда мы говорим о чем-то, скажем, таком среднем, и есть какая-то доходность там от 5 до 10%, то что делается? 90% инвестиций или 95% размещается в еврооблигации, которые сами по себе в процессе вырастают до 100% в течение года. И при худшем сценарии человек остается со своими 100% деньгами, просто без доходности. 10% они вкладываются в рисковую часть. И эта рисковая часть, она является тем маховиком доходности, который позволяет со временем значительно заработать. Вот, допустим, предположим, если бы в начале этого года вы разбили свои инвестиции на 90% в еврооблигации, доросли бы до конца этого года, скажем, доросли бы до конца этого года до 100%, и в то же время вложили бы там 10% в криптовалюту, которая выросла там в 4 раза. Разумеется, перебить такую доходность обычными банковскими инструментами, депозитами и так далее, никакая экономика в мире не позволяет. Поэтому сейчас, когда люди, так сказать, та часть людей, которые более агрессивны для доходности, они приходят в какие-то финансовые учреждения и спрашивают какие-то инструменты, вот это является тем решением, которое они могут использовать. Оно позволяет защитить капитал раз и раскачать доходность с помощью криптовалют два. Это один из вариантов для людей, кто рассматривает для себя каким-то образом более мягкое вхождение в крипторынок. Если вы смотрите, каким образом можно начать зарабатывать в криптоинвестициях, это один из вариантов. Имейте какие-то облигации, еврооблигации и иметь всего лишь часть своего капитала в криптовалюте. Структурировать это можно самостоятельно, либо это можно приобретать такую услугу у каких-то брокерских инвесткомпаний. Это все делается. Следующий инструмент, а также гибридный, на который я хочу обратить ваше внимание, это инструмент, в котором используется криптовалюта и некоторая купонная доходность. Каким образом это работает? Инструмент очень популярный в швейцарских банках, инструмент популярный в различных структурированных инвестициях за рубежом и в России в том числе. Смысл его состоит в том, что купонная доходность выплачивается в случае, если ваши активы не просели больше, чем, скажем, на 30%. В таком случае есть купонная доходность. Если же получается так, что ваши активы когда-то просели на 30%, то доходы за этот период не выплачиваются. Как правило, инструменты длинные, сроком на 3-5 лет.
Они номинированы в долларах либо в евро чаще всего. И, как правило, они формируются 4-5 активами. То есть не так, что из одного инструмента. Если один из 4-5 инструментов не просаживается больше, чем на 30%, вы получаете свою доходность. Размер доходности, как правило, зависит от глубины просадки. То есть если вы говорите там, про там, 10% просадки, это один размер доходности, про 40% просадки, другой размер доходности. Соответственно, чем больше закладывается процент просадки, тем меньше доходность. Еще есть такие инструменты, сейчас появляются, у них заложена так называемая функция памяти. С чем-то связано. Дело в том, что как это работает. Вот есть периоды, скажем, кварталы, либо месяц, либо кварталы. И в какой-то период инструмент мог просесть ниже там, 70% отметки, но тем не менее, скажем, через один квартал, через два квартала он опять вернулся, и все четыре или все пять инструментов находятся в рамках вот этой заложенной просадки. В таком случае выплачивается вся доходность за все периоды. В этом преимущество таких вот структурированных нот. Хочу еще обратить ваше внимание на еще один инструмент. Это инструмент с использованием страхования. Очень интересный инструмент ввиду того, что он позволяет использовать и криптовалюту, и страхование жизни. Underlying asset здесь фактически может быть любой, номинируются они в долларах, в евро. Дюрация очень длинная, 15-25 лет. И каким образом это все работает? Вообще те, кто сталкивался с накопительным, с инвестиционным страхованием жизни, где-то знакомы, те, кто нет, я сейчас расскажу. Что это представляет? Дело в том, что очень многие из вас имеют какую-то долгосрочную цель. Это цели, я не имею в виду личные цели, развитие и так далее, я имею в виду цели финансового, только финансового характера. Финансового характера, кто-то хочет приобрести дом, кто-то хочет приобрести остров, кто-то хочет приобрести самолет, кто-то хочет приобрести что угодно. Вот здесь возникает такая ситуация. Вы поставили себе цель, что вы хотите, к примеру, вам 25 лет, вы хотите через 20 лет, 45 лет приобрести себе дом вашей мечты, скажем так. Его стоимость, скажем там, в районе где-то 20 миллионов. В зависимости от амбиции, там, рублей, долларов, любой валюты, которую вы можете себе представить. Здесь возникает следующая ситуация. Вы себе предполагаете, что вы можете в год зарабатывать 1 миллион рублей, который у вас, скажем, остается. Зарабатывать больше, и у вас остается 1 миллион рублей, который вы можете, так сказать, откладывать для того, чтобы через 20 лет у вас появился дом вашей мечты. Каким образом это работает? Вы откладываете первый год, второй год, третий год. Но здесь могут возникнуть некоторые обстоятельства, которые помешают вашим жизненным целям. Как правило, это обстоятельства, связанные со здоровьем. И люди, которые, так сказать, имеют какие-то сложности в жизни со здоровьем, они дальше не могут продолжать накапливать эти средства. Эти средства часто накапливаются в том числе и на обучение детей, на какое-то, скажем, не обязательно там 20-летний, там 10-8-летние программы есть, когда вы точно решили, что, допустим, ваш ребенок будет учиться в Гарварде, в Кембридже или в Оксфорде, а там учиться дорого. Вот, я по собственному опыту могу сказать, что обучение в Кембридже может обойтись вашему ребенку там до 80-100 тысяч долларов в год. Вот, поэтому здесь это будет достаточно большая такая инвестиция, и вы хотите, допустим, отложить этот капитал, но что-то происходит, у вас возникают проблемы со здоровьем, и на третьем-четвертом году вы прекращаете зарабатывать эти деньги, либо зарабатываете значительно меньше, и фактически ваша цель не реализуется. Причем, как бы, она может не реализоваться вообще. Для чего существует инвестиционное накопительное страхование жизни? Для того, чтобы обеспечить, что если вы для себя в 25 лет приняли решение о том, что
ваш сын будет учиться в Гарварде, либо у вас будет дом за 25 миллионов рублей, вы это достигнете. А если происходит какой-то инцидент, то страховая компания все оставшиеся годы, начиная с 4-го года, вносит эти средства за вас. И фактически вы эти 20 миллионов рублей, либо чего-то, в чем вы зарабатываете деньги, получаете к этому периоду. Плюс в это время еще накапливается инвестиционный доход. Инвестиционный доход, который вы получаете дополнительно. Вот, инвестиционный доход может фиксироваться тоже в разных валютах. Это могут быть доллары, это могут быть евро, это могут быть какие-либо другие валюты. Вот, и сейчас использование такого гибридного инструмента, оно тоже становится достаточно перспективным, потому что фактически это позволяет реализовать ваши долгосрочные цели. И все больше и больше людей сейчас отходит, знаете, от такого оппортунистического метода ведения жизни, когда, ну, может получится, может не получится. Все-таки люди начинают все больше и больше планировать. Я скажу, что сейчас современные инвестбанки, брокерские компании очень активно используют различные инструменты для планирования ваших личных финансов. Те, кто с этим сталкивался, наверное, видели большое там изобилие инструментов. Они сейчас есть для планшетов, для телефонов, в разных приложениях, где-то все можно делать. Работают они с разной степенью эффективности, но тем не менее. Вот, я вам более того скажу, скорее всего, российская модель будет тяготеть к тому, что ваше инвестиционное планирование, криптопланирование, оно будет идти по таким западным моделям. Вот, те, кто жил в каких-то западноевропейских странах, знакомы с ведением банковских счетов там, когда у вас в каждый год предоставляются некоторые силабусы, и вы в рамках них можете выбрать на следующий год свои инвестиционные инструменты, не только денежные, какие-то фиатные, но и в том числе связанные с акциями, связанные с криптовалютами и так далее. Сейчас еще хочу с вами поговорить немножко про отбор криптопроектов. Очень у многих возникает вопрос. Вопрос очень насущный. Каким образом, посмотрев CoinMarketCap, либо прочитав какие-то новости, каким образом я могу оценить эту идею, каким образом понять, что проект, в который я хочу вложить свои крупно заработанные, имеет определенный потенциал. Вот знаете, я с 2017 года, с конца 2017 года, начала 2018 года работал, так сказать, в консалтинге по и различным криптопроектам. Я могу сказать, как это работает, каким образом идет оценка проекта и каким образом идет его дальнейшее продвижение. Дело в том, что любой криптопроект, он оценивается на несколько таких показателей. Первое – это идея. Какой концепт закладывается в сам проект? Вам необходимо оценить, насколько эта идея, она вообще в принципе может масштабироваться. Насколько проект будет решать какие-то небольшие локальные задачи, либо его масштабирование возможно на большое количество участников, на финансовые институты, на различные учреждения и так далее, и так далее. Если вы видите, что проект действительно масштабируется, почему, допустим, вы замечали, там хорошо пошел тот же Ripple, хорошо пошли некоторые проекты, где, скажем так, они способны реализовать потребности очень большого количества участников. Потому что, так сказать, комьюнити понимает, что у этого проекта будет большое количество интересантов, он найдет свое применение, туда будут заходить инвестиции, и, соответственно, его капитализация будет расти. Задача людей, которые хотят заработать в криптомире, это присоединиться к некоторому тренду, не перевернуть его, не разгадать какие-то там тайны, а присоединиться к тренду и понять, где будет точка роста. Это поэтому очень важно оценить идею, вообще здравый смысл этой идеи. Второе, наверное, на что будет смысл очень сильно обратить внимание, это команда. Здесь очень много злоупотреблений на крипторынке, я хочу вас сразу, так сказать, об этом предостеречь и сказать, что на самом деле для того, чтобы создать положительный образ, большое количество команд, они не существуют. То есть они существуют только в головах
создателей, и большое количество членов команд, они реально в этом никогда не участвовали. Когда вы увидите Виталика Бутерина одним из адвайзеров криптопроектом, разумеется, в этом есть смысл усомниться. Потому что очень многие, я утрирую насчет Бутерина, но очень многие указывают у себя в проектах людей, которые никогда об их проектах даже не слышали, и обычные люди не могут это проверить. Вот. Но, тем не менее, есть инструменты для того, чтобы это проверить. Достаточно посмотреть LinkedIn-профайлы, достаточно посмотреть социальные сети участников проекта. И вы поймете, если вы видите каких-то очень авторитетных, внушительных людей, которые поддерживают проект, либо развивают проект, но они в своих сетях, они в своих социальных каких-то точках не указывают про это вообще, это значит, они в этом проекте не участвуют. Вот. Еще большое, разумеется, подспорье – это понять квалификацию людей, которые занимаются проектом. Допустим, возьмем проект, связанный со страхованием, с использованием там криптовалют в страховании. Если вы видите, что вот этот проект поднимают люди, которые со страхованием никогда не работали, то, разумеется, есть совершенно логичный такой вопрос, сможет ли команда такая вообще сдюжить всю эту работу, потому что у них нет минимальной квалификации для того, чтобы это делать. Немного хочу обратить ваше внимание на комьюнити. Дело в том, что у каждого хорошо работающего проекта очень быстро развивается комьюнити. На комьюнити у многих идет в Фейсбуке, в Телеграме, вот, и вы можете видеть, насколько оно живое. Причем оценить комьюнити можно достаточно просто. Вы, когда заходите в Телеграм-канал, видите, что там есть просто определенное количество информации, которая отрабатывается командой проекта, но нет никакого серьезного фидбэка от там 30-50 там, тысяч пользователей, то, разумеется, эти пользователи там нарисованы и комьюнити не существует. Если же видите, что реально идет активное обсуждение, реально какие-то вопросы, то как бы можно уже присматривать. Вот сразу хочу сказать, что комьюнити – это отдельная часть, которая создается в рамках управления проектом. И сейчас во всех крупных криптопроектах там есть целые пиар-департаменты, которые сидят, у них есть свои службы, которые занимаются дизайном, и даже выставляется некоторый график, и по этому графику идут посты, постоянно новые задизайненные вещи, и вы что-то новое узнаете. На самом деле это все поддерживается, я думаю, для вас достаточно. Следующий такой параметр – это financials. Хочу обратить ваше внимание, что так же, как и с обычными инвестициями, вот мы сейчас к этому подойдем, когда крупные проекты начинают получать основательные деньги, когда получается первый кэшфлоу. Также с криптопроектами. Если у проекта нет никаких заработков еще и совершенно нет никаких, так сказать, финансовых подкреплений их состоятельности, то это несет дополнительные риски. Когда вы видите, что проект уже имеет какие-то заработки, то тут, разумеется, уже легче доверять, но информация публичная часто не соответствует действительности. Для того, чтобы вкладывать какие-то более основательные деньги, если вы знаете учредителей, если вы знаете кого-то, с кем можно это обсудить, это будет часто совершенно другая история. Я в своей практике много с этим сталкивался, когда обращались ко мне какие-то криптопроекты в рамках моей работы в других компаниях по какому-то адвайзере, и ты спрашиваешь человека о том, слушай, я посчитал твою бизнес-модель, и у тебя выходит столько-то денег, а на сайте написано раз в 20 больше, что не может вообще никак состояться как правда. Человек говорит, ну да, ты понимаешь это продвижение. То есть поэтому здесь как бы стоит ориентироваться на какие-то более-менее подтверждаемые вещи, которые официально подтверждаются в отчетности и так далее. Кто-то из вас, если владеет какими-то доступами, то имеют возможность это проверить. Давайте еще посмотрим на вообще оценку криптопроектов. Немножко такой techy слайд. Я все тут вам пишу на английском для того, чтобы все привыкали ко всем терминам на английском языке. Весь блокчейн мир, весь криптомир говорит на английском языке. Нам от этого никуда не уйти. И поэтому термины на английском, так же, как и на нашем тренинге, для получения
квалификации Certified Blockchain Professional. Весь материал идет на английском, но полностью мы его разбираем на русском языке. И что будет непонятно, разумеется, мы все проходим. Давайте посмотрим на оценку потенциала криптопроектов. Вот вы нашли какой-то проект, вам он очень нравится, вы считаете, сейчас он стоит 1 цент, через там, какое-то количество времени он будет стоить 1000 долларов, его единица, и вы заработаете титанические деньги. Я хочу вот немножко пройти с вами по структуре. Каким образом вообще выстраивается инвестиционный процесс? У компании, которые важно с крипто, не с крипто работают, как это все идет? Смотрите, вот самое начало любого проекта, оно начинается с идеи. Идея, она попадает в рамках пресида, она финансируется в основном самими участниками проекта и какими-то angel-инвесторами, так сказать, friends and family, иногда ее называют так в шутку fools, friends and family, то есть на этой стадии фактически люди могут только безрассудно вкладывать деньги просто на веру, что это когда-то полетит. На этом этапе все деньги полностью у них свои. После того, как проект проходит некоторую стадию зрелости, появляется у него MVP. Это Minimum Viable Product, это продукт, который уже может работать. То есть если говорит проект о том, что мы создаем какую-то экосистему для того, чтобы то-то, то-то и то-то, то-то. Вот как у них появился этот сам продукт, и можно в него логиниться, что-то делать и так далее, они, как правило, уже переходят в стадию таких проектов, которые финансируют и инкубаторы различные, и акселераторы. Знаете, сейчас очень много появилось американских фондов, европейских фондов, у которых мандат именно на sci-fi. Sci-fi – это направление, которое покрывает блокчейн, покрывает криптовалюты. И если вы видите, что какие-то фонды уже заходят, и вы о них знаете, либо вы можете посмотреть, что это достаточно крупные фонды, и которые имеют мандат sci-fi, то есть у них работают, как правило, достаточно грамотные специалисты из инвестбанкинга, из венчурного капитала, и начинают уже понемножку в них вкладывать. Вот на этом этапе размеры их вложений могут быть от 50 тысяч долларов до миллиона долларов. Вот. Здесь команда начинает получать первые деньги. Они тестируют, у них сначала происходит альфа-тест, потом происходит бета-тест своего продукта. Альфа-тест – это тестирование в рамках своей команды, то есть они просто садятся, их команда просто смотрит, как это работает, не работает. Бета-тест – это уже привлечение реальных пользователей. Как правило, это делается, так знаете, in closed loop, то есть в таком очень близком такому кругу, и смотрят, насколько хорошо работает продукт. Вот после этого, если вы посмотрите, допустим, финансирование, как развивались там те же Coinbase и так далее, очень крупные такие титаны крипторынка, то вы увидите, что они потом дальше пошли по раундам. Раунды идут раунд A, раунд B, раунд C. А вот после того, как они прошли небольшую зрелость, приобрели, и прошла на раунде A некоторая такая валидация проекта, происходит на раунде B его масштабирование. И здесь уже на этапе масштабирования вы можете прочитать в новостях, вы можете увидеть, что на этапе масштабирования уже крупные какие-то фонды, они начинают вкладывать туда миллионы долларов, там 1, 5, до 10 миллионов долларов, как правило, получают эти проекты на раунде B. Дальше, после того, как происходит масштабирование, начинается фаза роста. То есть сам бизнес начинает идти в такую свою активную фазу развития, и там возникают уже более крупные инвестиции. Как правило, если это, допустим, криптобиржа, либо еще какие-то такие структуры, то это говорит о том, что у них уже выросла клиентская база, они уже сделали основные инструменты, они уже полноценно функционируют. И у них уже идет просто фаза роста, и в них начинают вкладывать там больше 20-30 миллиона долларов, там присоединяются уже там крупные какие-то инвестфонды, там Хоровиц, Sequoia, вы про них, про многие слышали, и вы уже по именам видите, что да, уже стадия такая зрелости. Разумеется, здесь есть некоторый такой трейд-офф, знаете, как бы хочется с одной стороны зайти очень рано, пока еще это стоит все очень дешево,
но нет еще какого-либо подтверждения от рынка. Если вы заходите на пресиде либо на сиде, понятно, что вы берете дополнительные большие риски. Если вы заходите попозже, то как бы вы более спокойно себя чувствуете, вы заходите на раунде B, на раунде C, их развитие, и в этом случае вы уже заходите по цене, которая, как правило, многократно выше той, которая была на самой высокой степени своего риска. Вот это такая округлая часть графика, это называется долина смерти в инвестиционном бизнесе. В ней, как правило, погибает 90% проектов. 90-95. И когда вы находитесь вот в этапе выбора проекта и видите, что он в долине смерти, ваши инвестиции могут оказаться примерно так же в 9 из 10 случаев. Поэтому здесь, разумеется, стоит очень внимательно к этому подходить. И если вы не являетесь профессиональным участником подбора инвестиционных проектов и так далее, то более, конечно, разумно это подходить уже на этапе, когда эти проекты уже получили некоторое свое развитие. Еще, кстати, хочу обратить ваше внимание, что сейчас получают развитие проекты еще инфраструктурного типа. Вот многие из вас, наверное, видели, как несколько месяцев назад такая компания, как Canaan, это один из производителей майнингового оборудования, очень успешно провела свое размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это было действительно большое, к большому удивлению, потому что компания Canaan еще несколько лет назад, они были группой энтузиастов из нескольких сборщиков в небольшом китайском цеху, и на Нью-Йоркской фондовой бирже они собрали больше 100 миллионов долларов в этом году. И что интересно, у них организаторами выходили Credit Suisse и Citibank, что о многом говорит, что организаторами выходят два самых топовых там мировых банка. И сейчас мы видим такую тенденцию, что не только, скажем, проекты, которые сами по себе, криптопроекты, выходят, собирают деньги, но еще и, так сказать, инфраструктурные проекты, которые производят оборудование, они сами по себе уже становятся такой отдельно стоящей формы инвестиций, то есть они выпускают свои инструменты, в них тоже можно вкладываться, и уже в зависимости от того, насколько вы верите в того или иного производителя. Потому что сразу хочу некоторых предостеречь, потому что информацию о том, сколько они в действительности произвели асиков, либо какого майнингового оборудования, сложно будет проверить. У многих у них нет отчетности по IFRS, это МСФО, международный стандарт финансовой отчетности. Нет аудированной отчетности, либо она аудирована no-name компаниями, на которых сложно бывает положиться в той или иной ситуации. Но, тем не менее, это появляется, на это тоже можно обращать внимание. Еще хочу с вами поговорить по каким-то методикам, которые можно использовать для оценки проекта. Вы когда смотрите, что из себя представляет проект, у вас есть какая-то, скажем, финансовая квалификация, то вы, разумеется, можете посмотреть на то, какие вообще были финансовые потоки у этого проекта и вообще какие они дают прогнозные значения. Вот здесь, ну, самые первые, наверное, много кому известные, это самые два таких базовых метода оценки. Это метод дисконтированных денежных потоков, когда считается NPV проекта, Net Present Value, на ближайшие там несколько лет. И так называемый IRR – это тоже показатель доходности, который, в принципе, достаточно простой в понимании. Он показывает некоторую точку доходности, на которой инвесторы начинают получать прибыль, если так в очень упрощенном виде это объяснить. И тут стоит обращать внимание еще, что хотят основатели проекта. Являются ли основатели проекта людьми, которые хотят действительно держать этот проект, хотят зарабатывать на нем, либо они пытаются максимально быстро просто весь проект распродать. Обращайте внимание на то, в инвестиционных предложениях указывается объем активов, которые они хотят, допустим, продать. И в этих активах там может быть у кого-то 3-7%, кто-то хочет продать 30%, кто-то хочет продать почти все. И как бы понятно, что учредители в таком случае сами не верят
в свой какой-то результат. Можно посмотреть также на такие показатели, как капитализированный рост за какие-то 2-3 последних рост за 2-3 последних года и оценить примерно де-факто, что у них происходило. Еще одним таким крупной такой метрикой является expense valuation, это оценка по понесенным расходам. Вы знаете, с одной стороны, это действительно такая достаточно честная метрика, на нее можно сделать некоторую ставку, действительно понять, сколько было затрачено на проект, но вот я на своей бытности видел очень много проектов, которые тратили колоссальные деньги и которые просто никогда никуда ничего не давали. То есть здесь большое количество, может быть, денег потрачено в ту же разработку. И это деньги, которые потрачены в основном на фонд заработной платы, они потрачены на использование различных ресурсов, на использование там различных облачных сервисов, необходимых для разработки. И по результату, если продукт не создан, то фактически фонд оплаты труда, разумеется, потрачен. Сервисы облачные отключаются за один день, как только произошла просрочка по их оплате. И у проекта из всей этой стоимости может быть очень мало какой-то добавленной стоимости, заработанной в результате вот самого проекта. Поэтому ни одна из этих метрик, она не является исчерпывающей. Это все небольшие какие-то показатели для вас, которые вы можете использовать для того, чтобы в той или иной мере у вас сформировалось некоторое понимание по тому или иному криптоактиву. Я вам немножко расскажу, что мы вообще будем делать в ближайшее время. Вот дело в том, что у нас будет в ближайшее время проходить тренинг, который будет проходить в рамках 2 дней на ближайших выходных. Дело в том, что я сам сейчас нахожусь на Ближнем Востоке. Здесь немножко другой график работы. Здесь жизнь происходит с воскресенья по четверг. Поэтому выходные, ну, мы делаем тренинги вот в специалисте, как правило, на выходных, на российских, чтобы люди, кто работает, могли участвовать. Поэтому ввиду того, что у меня сейчас они пятница, суббота в России, суббота, воскресенье, скорее всего, мы их сделаем, может быть, в субботу. Вот. И содержание этих тренингов, оно будет следующее. У нас будет определенное покрытие истории, то есть мы разберемся, каким образом развивались вообще блокчейн-технологии, каким образом еще с 50-х, 60-х годов с развитием криптографии появились те или иные блокчейн-технологические какие-то, блокчейн-технологические какие-то вещи, как это все эволюционировало. Мы разберем основные криптовалюты, вот, мы разберем, как происходит хеширование, как происходит работа криптографии, как работают смарт-контракты. Все вот эти вещи. Мы также разберем, как можно использовать вообще криптосферу для, так сказать, получения капитала для собственных проектов и много-много других вопросов. Вот, поэтому рад буду вас там видеть. Обращайтесь в специалист, они вам подробнее расскажут, что, где и когда. Вот, и более подробно мы в течение 2 дней, это один день идет 8 часов, и второй день идет 8 часов, мы очень подробно все эти вещи разбираем, по результату чего, как правило, возникает некоторое такое более системное понимание того, что вы где-то уже знали, и с большим каким-то погружением, что вы начинаете лучше в этом разбираться. Вот, поэтому буду рад всех там видеть. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, рад буду ответить. Вот, в принципе, все у нас. Если вопросов нет, я тоже рад был с вами сегодня провести сегодняшний вечер, вам рассказать про криптовалюту, про инвестиционные инструменты. Будем на связи. Обращайтесь к специалисту дальше по тем уже организационным моментам. И, собственно говоря, здесь они вам подскажут уже, как и что. Thank you.
на 32 тысячах его осматривает и думает, куда он пойдет дальше, скорректируется ли пойдет выше. Вот. Всем хороших выходных. Всего доброго тогда. До свидания. Счастливо.